Гражданам не стоит рассчитывать на компенсации за потребление электроэнергии в случае роста тарифа. Премьер Наталья Гаврилица утверждает, что у государства нет денег для оказания этой помощи. В телепередаче глава Кабмина подчеркнула, что в бюджете уже предусмотрены расходы на поддержку за газ и отопление. Întâi trebuie să vedem care vor fi aceste tarife și să facem anumite analize și să vedem dacă putem acorda compensații și pentru electricitate. Sperăm să nu ajungem acolo. La noi tariful este de două ori mai jos decât în Ucraina. Este mai mic și ca în alte țări. Noi atunci când analizăm necesarul de compensație, ne uităm la creșterea tarifelor, cum asta afectează diferite categorii de populație agenții economici. Нацагентство по регулированию в энергетике представило собственные расчеты по повышению тарифов на электроэнергию. По данным НАРЭ, потребители, обслуживаемые Premier Energy, будут платить на 43% больше, чем сейчас. Регулятор предлагает повысить тариф на электроэнергию с лея 51 бана за киловатт-час до 2,16 без учета НДС. В то же время потребителям с севера страны, обслуживаемым Feyenoord, придется платить более чем на 20,5% больше. 2,46 без учета НДС вместо двух леев 4 банов сейчас. Решение должно быть одобрено на РЭ на заседании, назначенном на 16 февраля.